14 тысяч человек приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Колонна собралась на Театральной площади Краснодара еще до рассвета и под голос Юрия Левитана и военные песни прошла по улице Красной до Северной. Вместе с горожанами почтить память солдат пришли глава Кубани Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители мэрии Краснодара и представители силовых структур. У Вечного огня тысячи людей отдали дань памяти и возложили цветы к мемориалу. Тогда, 77 лет назад, никто и представить не мог, какую цену придется заплатить за победу, сказал губернатор, обращаясь к собравшимся. 4 долгих года. 27 миллионов убитых. Сожженные дотла города. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив за собой страшный черный след. 500 тысяч убитых и замученных жителей Краснодарского края. Разграбленная, разоренная земля. Но остался несломленный дух нашего народа. Мы сегодня зажигаем свечи памяти о тех, кто прожил эти страшные, чудовищные годы Великой войны. О тех, кто погибал, отдавал свои жизни за нас с вами. Пока мы помним, будут жить герои Великой войны. Вечная слава народу, нашему народу, потомками которого мы являемся, народу-победителю. Светлая память героям. В такие дни приходит особое понимание значения подвига, совершенного военным поколением. Победа досталась дорогой ценой. Низкий поклон старшему поколению, которое вынесло на своих плечах войну и послевоенную разруху. Мы в неоплатном долгу перед ними. На площади памяти героев горожане почтили солдат, которые отдали свою жизнь за победу минутой молчания. В завершении митинга реквиема под звуки симфонического оркестра прозвучали песни и стихи о войне.